Если вы любите логику и понимаете пользу головоломок, тогда это видео для вас. Если вы до сих пор не были знакомы с этой задачей, то остается только позавидовать тому удовольствию, которое вы получите от ее решения. Сразу нужно сказать, что никаких подвохов ни в условии, ни в самом решении нет. Поэтому, сосредоточившись, активируйте все свои логические способности и приступайте к поиску единственно верного и чрезвычайно изящного решения. Итак, перед нами 10 пронумерованных мешков, в каждом из которых находится по 10 золотых монет. Каждая монета весит 10 граммов. Если бы это было в реальности, то на этом, пожалуй, можно было бы и закончить. Но мы решаем задачу, в условиях которой сказано, что в одном из мешков находятся фальшивые монеты. По виду они ничем не отличаются от настоящих, вот только весят они не по 10, а по 11 граммов. Нам нужно определить мешок с фальшивыми монетами, для чего нам сразу же выдаются весы. Монеты из мешков можно сколько угодно вынимать и как угодно перекладывать. Казалось бы, дело за малым. Но вот главное условие несколько охлаждает пыл распаленного золотом воображения. Взвешивание можно произвести только один раз. Результаты своих рассуждений можете писать в комментариях, и будьте уверены, что бы вы ни написали, у других подписчиков обязательно найдется альтернативная точка зрения. Что же, удачи вам в решении и не забудьте подписаться на канал ИФО. Спасибо.